Торсен уже на перехвате. Убивают, смотри, Хулимайн, он может ставить, если перешел. Слушай, а куда-то ехал Блайн, нужно было подхватывать очень вовремя, спасает решит свою команду, ну и, соответственно, Блайн будет доставлять. Блажончик это 1-0. Прострелит, ну тут решит поднимается. А то ой-ой-ой, хороший фокус. И это будет доставка. Блайнд уже не мешает, все отлично. Мы сбили вот по самой короткой траектории. Только Богдана слейте, Блайнд, Редшифт, вы должны его слышать. И смотри, 7, 6, он успевает. Это 3-3. Это 3-3, собственно, вот. Очень интересное решение. Будет лишь Холимен на перехвате. Успеет ли выдать рельс? Также Богдан на респе. Возможно, он может попытаться. Отличная рельса была от Холимена. Прыгать успевает. Себе попадает. Богдан промахивается Холимен. Ну и, соответственно, возможно, это будет доставочка. Да, никого там нету, кроме Блайда, который сливает. Нужно было, было быстро слить Джезуса. Но вот... Холимен возьмет флажочек. По традиции будет с ним убегать, а куда убегать? С респа убивать. По респам, слушай, что нам бояться, в принципе? Танки грязи не боятся, и на ДДшке тем более он заходит отлично, сливает третьего игрока, последнего. Кстати, успеет спрятаться, успевает все же спрятаться, но есть там Джезус и Редшифт на увозе, а также Блайнд. Отлично, еще одна сквозная от Богдана, господи, что они делают? Блайнд будет на подхвате, быстренько сливает, быстренько доставляет. Ой-ой-ой, доставки не произошло, как так? Богдану рельс, но ДД не забрал. Есть Блайнд. Блайнд не попадает почти что снова. Его они кидают даже его в минус. Господи, это, кстати, снова Персон, насколько я помню. Блайнда размен очень шикарный, потому что сейчас может погибать Джезус. Блайнд есть на отстреле. Это будет все-таки возврат от Богдана. Хотя не попадает Богдан. Успеет ли он вернуть? Нет, не успевает. Отлично. О боги, что они творят?